Всем привет, это я, ходилки-бродилки. Как вы знаете, в прошлый раз мой план не свершился. Но в этом году мои рабы-негры изобрели штырь и дроны, они выпускают черную радиоактивную сперму. Поэтому 27 ноября я положу свой хуй на землю, что разделит ее пополам. Выжившие люди будут залиты моей спермой нахуй. Поэтому ждите.